Здорово, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков, и сегодня я вместе с Гитлайтом решили сыграть 2 в 5 против глобалов. Здравствуйте. Все очень просто. Мы собираем пати из 5 человек, в итоге кикаем 3 и пытаемся взять наибольшее количество раундов. Понятное дело, выиграть игру невозможно, если игра будет по-честному, без договорников и так далее. Поэтому наша задача — как можно больше выиграть раундов. В прошлом выпуске я вместе с Колей из прокачки ПК смогли выиграть 8 раундов. Это очень много. Как это было, вы можете посмотреть в ролике. Ну а сегодня мы посмотрим с Максом, насколько мы хороши 2 в 5. Поэтому я предлагаю приступать. Спасибо всем за 15 тысяч лайков. Ну а мы приступаем. Погнали. Может быть, нужно без ролики ехать. Тот читер. Да. Там это, по-моему, читер. Да-да-да, ребят, отмена по тактике кикать. Клинзор, мы тебя попросим выйти, мы сдадимся. Первая катка. И попадаются такие клоуны, проверяйте. Он просто на меня даже не смотрит. Он настолько горд, что он не смотрит на свою жертву. Фиолетовый, да? Слушай, я не... А ну, шо не... Вау! У него... А, он просто летает по этой карте. Да? Ему просто неинтересно ходить, да. Ребят, давайте сдаваться и начнем сразу новую. Не, ну это просто... Это мем. Блин, такой сейчас читер радостный. За один раунд игру выиграл. Yes. Мы запустили вторую катку и попался опять этот дебил. Ну это просто бред какой-то, правда. Надо DS2 запускать, наверное. Вот как можно было меня не убить с первого раза? Я просто какой-то. Запускаем мне Мираж. Так, ну что ж, молодые люди, спасибо за участие. Салат, 47 FPS и квит. Да, всем спасибо. Кикаем квит. Мидершок лучший. Спасибо. Так, и Гитлайт, кикни салату. Спасибо, спасибо. Лайф ролики, боже, трое лонг. Трое лонг, бро, я умер. Это просто гениальный чел. Понял. Да там чел в мид вышел, умник, блядь. Давай вместе как минимум ходить. Давай. Я сразу говорю, ой-ой-ой, чувак, а у них что-то есть или это что? Ну, не, надеюсь, думаю, это рандом. Ну, для пойдем, этого... может быть... Лонг. А тут чел. Да, стоит. Где он, блядь? В смысле? Да фак! НТ! Раз, два, три. Да! Шорт летит. Убил один шорт. Парень он был. О господи, он стоит со скорострелкой здесь. Не верю. Хороший. Поможешь мне с коробки смотреть? Куда ты кинул молотов? Я тут! Что ты делаешь? Я думал, это ты! Фак, я так триггерился от тебя, я думал, ты в коробке просто. Ладно. Уже мидл. Да. Чё? Ай-яй-яй, трое мидл. Тёмка нижний один. Хорош. Да ладно, блин. Выходит, откуда он вышел вообще? Да и фак. Прыгнул же, понимаешь? Прыгнул же, увидел. Где? Убил его. Вот. Где второй? Вот здесь. Фак, и мидл. Что? Ладно, ну, 16-1. Ну это просто потели люди. Вообще желательно Мираж играть. Просто я боюсь попасться на Самасе опять. Все, спасибо всем за участие. Клавер, Артем Шейн, Лети Шопс. Реклама. Пока. Артем Шейн, кихни Кловера. Кикаю. И Гитлайт, кихни Артем Шейна. Пока. Все, Владиславу привет. Где мы шоу? Максиму привет. Ой. Этому гандону. Давайте, удачи. По факту, давай. Что ж, Макс, давай. Ай-яй-яй. Я понял, они вылетают и все. Давай. Я готов яму встречать. Ты можешь Пелос посмотреть со стейджа. Да, давай. Убил первого. Хорош. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мидл. Ой, яма. Ай-яй-яй. Да. Вау. Какие молодцы. Это честная игра.
Ребят, это мы запустили. Молодцы. Мы запустили 2 в 5, если что. Поэтому, даже если мы сейчас будем брать раунды, это по факту. Да, планировали. Конечно, мы не планировали. Минус яма. Не попал! Минус. Блин! А, я попробую. Так он зашел. НТ. Да ладно, ну что? За мидл. Фу, бро, первый есть. Китает за ро. Да еще один мидл. Хорош. Ну, круто. А, это один в один было, господи. Да, прикинь. Блин, очень грустно. Я слышу. Да. Ну-ка. Unlucky. Сай. Да ёп! Убил одного, больше не вижу. Еще кон был. Сука! Если ты убьешь, будет очень хорошо. Так он стоит АФК. Я с ковра прыгаю сразу. Угу. Здесь близко. Да как? Хорош. Да серьезно, что? Ха-ха. Два токсика. Уже в коннекторе. А, так, сзади. Сзади, бро. Хорош, я беру его дроп. Еще сзади. А. И убить КТ. Да! Кидаю гранату. Да, это я, скорее всего, эко. Кидаю, кинул гранату. Убили. А, красный. Хорош. Фух. 4 раунда, бро. Это реально хорошо, они достойные раунды. Мы, они реально это потеют. Дефолт. Дефолт, кидай. И спина, спина. Ай-яй-яй. Блин, ну они... Не ожидал, что хорош. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, я понял. Не, чё, да, ну мы хорошо сыграли. И те пацаны, кто в этой катке, респект, кикнули читера. Кто-нибудь кикните денег. Спасибо. Давай, дальше не за что. Артём Шин, кикни, пожалуйста, Лэйтишоп. Мне кажется, вам не выиграть, ну типа вообще никак. Что ты сказал, чувак? Я говорю, вам не выиграть, это невозможно. Что ты сказал? Спасибо. Я смущаюсь. Хорош. Да! Лучший. Бомба! Андер вышел. Ля! Блин, чувак! Так лясно с памятью. Мы сейчас такое сделали здесь. Это вообще. Не знаю, не видел вчера. Что я даю? Блин! Блин. Это было очень красиво, бро. Да, ты шо. Убил яму. Один авик. Живи, 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 я приму. Бомба выпала. Я один еще этот. Убил шорт. Купил кичен. Неплохо, бро, один раунд есть. Двое. А я взял. Трое в джангл залезло. Не, короче, под последним роликом говорили, что вы взяли 8 раундов, потому что на вас шли ножами. Но это раунд, это игра, мы не договаривались ни с кем, они так решили сделать. То есть ситуация 2 в 5, это реакция обычных людей, мы ничего не делали. То есть как игра идет, так и идет. Мы можем выиграть 2 раунда. Давай, ходим на Б. Мейн летит. Трое кичен, а, шот. Ай-яй-яй, они очень быстро перетянулись. Хорош. Ой-ой-ой. Два окно. Ай-яй-яй. Они все мидл просто стали. Он написал наше звание, бро. Да? Да. Такой умеет читеры делать. Ну я не заметил там никого вроде. Пушит. Понял. Я прячусь. Убил. Красный. Я убью его. Убил. Nice. Ай-яй-яй. В смоке слева, скамейка. Ну, сука. Ладно, бомба стоит.
Сашка мид, да. Окно стоит. А как она здесь надо? Ладно. Ай-яй-яй. Боже мой. Да, я не на тебя, если. Они всегда пушат, они всегда. Да, пушат. Ну смотри, они. И, а второй там вообще летает по карте, сюрфит. Это вроде с читом можно делать. Ну, бывает лаги такие. Два кстерс. Мне кажется, я зачел с ВХ. Я шифтил все время. Малик в ковры дали. Ну и гранату. И пикают нас сейчас, да. Ковры. А, меня прострелили, чувак. Смотри, меня простреливают. Это клоуны. Это клоуны с подрубом. Да? Да. Смотри, если я сейчас выйду, он меня убьет. Раз, два, три. Оп. Ну вот. Серьезно? Да. Только выживи. Ты шо? Ублюдок. Он знал, он просто знал. Хорошо, Гитлайт. Боже, ну это... Ха! Она есть. Я убил американца. Да ладно. Один 3 хп, второй тоже красный. А это кто такой вообще? Что за покемон? Человек-паук. Ладно. Ладно, пока. Давайте удачи. Спасибо. Слушай, ну мы бы хоть раз выигрывали, когда шли. Давай, может, подап попробуем. Я флешку мид дам и ухожу. А, не, я по-другому дам флешку мид. Так, чисто, чтобы звук был. Чтоб они ее не увидели. Пикают яму. Да? Это шутка. Ну как я его не убил? Короче, до свидания. Твари. Конченый, больной. А, не знаю, он меня убил. Блин, ну что за рофл? Блин, такие все крутые. Бить андер. Что? Понял? Я... Там еще пушат, скорее всего. Ну ля, они вантапами стреляют. Понял. Сити стоит. Это кто? Да ладно. Ну как? Это прошло. Да, вот прошел. Хорошо, работаем, работаем. Хорошо. Сити один. И второй сити. Да. Хорошо. Ну, первый раунд есть. Ну, хоть не бомжи. Ха! Еще близко. Да. Ну, пришла за флешка. Ты где понимаешь? Шлиф, наверное. Двое, близко. Он сейчас убьет двоих. Хорошо. Хорошо. Да! Подожди. Убил. Коннектор. Убили. Кинул флэш джангл. Можешь пикать. Он не слеп! Один хп. Клоун. Пассента. На этом мы закончили. Ну, Макс, ну согласись, ну неплохо. Неплохо. Но. Против нас были читеры. Это самое большое количество читеров было. Ну невозможно было. Первые две катки мы вообще не смогли доиграть. А потом попадались просто в каждой катке кто-то подозрительный. В общем, 4 раунда это неплохо, правда. Попробуйте сами. Не знаю, как вы это сможете организовать. Это реально сложно, но попробуйте. Очень сложно. Единственное, что я думаю, что втроем... Мы втроем 100%, 100% втроем будет просто проще. Просто несколько каток мы заберем 100%. Молодые люди, ну, спасибо за просмотр. У вас на экране предыдущий выпуск 2 в 5 против Global, поэтому всем советую его посмотреть. Мы с вами прощаемся, всем пока.